have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, поехали мини-метро. Итак, я кое-что узнал, поехали сначала в ежедневное, посмотрим, что нам сегодня дают. Лагос, или Лагос, извините, не знаю, где это. Осталось времени 100 минут, мы успеем сыграть. Итак, обалдеть, сколько у нас воды. Туннели у нас 4 штуки есть. Хорошо. Две ветки используем. Я узнал, немножечко покопался, посидел, посмотрел более внимательно. И узнал, что вроде как есть определенные цели перевезения пассажиров. То есть там на Лондон у нас нужно 1000 человек перевезти для того, чтобы пройти этот уровень и всякое такое. Не знаю... Сегодня попробуем не Лондон, сегодня попробуем кое-что другое. Сделаем сейчас из вот этого хаб, попробуем, по крайней мере. Так у нас на каждой линии есть все 3 станции. Я потом немножечко посмотрел запись, еще немножко поиграл. Я, кстати, скачал себе эту же игру на телефон, чтобы немножко побольше в нее вникнуть. И пару раз выполнял там дневные задания, потому что было интересно. И я же говорю, что получается, что некоторые станции, они мутируют. То есть какая-то станция, которая была, например, кружочком, она потом такая берет, бах, и все, и она уже звездочка. Так что с этим нужно аккуратней. Посмотрим, что мы сегодня сможем по перевозкам замутить. Суббота. День субботы, сейчас будет ночь субботы. Так. Вот ночь субботы. Оно темнеет, циферблатик при этом, прикольно. В воскресенье мы получим новый поезд, еще что-то новое. Теперь, когда я об этом думаю, я не думаю, что делать хаб внизу на острове это была хорошая идея. Ну, посмотрим, как это все будет. Получаем локомотив, получаем... Давайте вагончики возьмем пока что. У нас все 3 линии заюзаны, но они пока что не перегружены, не переполнены. Я думаю, еще недельку мы как-то потерпим. Вот. Посмотрим, как это все будет происходить. Поездов мне пока что хватает. Чем больше станций у нас пересекается, тем лучше. Сейчас в эту сторону нам придется как-то или вокруг, или что-то строить. Посмотрим, как оно выйдет. Опять же, будем смотреть по времени. Я считаю, что 2 каточки за одну серию это вполне приемлемо. Но это начальный уровень, я не знаю, как будет идти потом. Поэтому пока что улыбаемся и машем. Давайте сюда синюю ветку отведем пока что. Если что, мы потом синюю ветку здесь срежем и посмотрим. Желательно бы все это потихонечку закольцовывать, но тут очень водная местность. С другой стороны, вот тут вот у меня никакие станции не появятся на воде, этого ж не может быть. Наверное, сейчас неделя будет, если мне предложат еще одну ветку, я возьму еще одну ветку. У меня есть запасной локомотив, у меня есть запасной вагончик. Я пока что чувствую себя в относительной безопасности, так что
Красную мы очень сильно растянули, теперь мне одного локомотива там может и не хватить. А еще единственная квадратная станция у нас находится на острове. Правда, туда... Так, да, на красный надо запускать... Вот еще один локомотив. Нет, тогда еще два туннеля возьму. Сюда пойдет желтая. На красную мы запускаем... Еще один локомотив. Посмотрим, вагон пока придержу, еще один локомотив придержу. Еще один кругляшок, в принципе. Раз мы туда и так кинули второй локомотив, они должны справляться. Почему ты квадратного только на обратном пути он завозит, да. Можно вот здесь использовать один туннель и желтую закруглить. Посмотрим, как это выйдет. Вот так вот сделаем красную, чтобы не использовать туннель. Попробуем вот так вот огибать. Если мне сейчас дадут еще одну линию, мы ее будем развивать вот здесь вот дальше. Видите, куда идет красная? Знаете что? Вот так вот ее сейчас закольцуем. И сюда же выведем. И сюда же, наверное, кинем потом или вагончик, или что-то такое. Сколько у меня туннелей осталось? Еще два туннеля осталось. Это печально. Это очень мало. Желтый у нас начинает очень напрягаться. Локомотив. Давайте еще два туннеля. Берем... Вагончик кидаем сюда. И продлеваем. Я хочу, чтобы мне дали... еще одну линию. Мне прямо сейчас это нужно. Надо кидать второй локомотив, иначе он не справится. Это сейчас соберет квадратных, повезет туда. Но у него не хватит места на одного, как минимум. Ну хорошо. Очередь есть, спрос есть, но... Вроде как пока что справляются. Пятница у нас. Ночь пятницы. Это ночь четверга была. Синий в беде. Синий пока очень плохо развозит. Давайте мы его закруглим. Вот сюда. Потратим еще один тоннель. Еще три у нас останется. Но синий тогда будет хорошенько мотаться по всем станциям. Здесь он будет проходить транзитом, потому что красный и так справляется. Красный ведь справляется? Черт. Мне на красную линию нужен еще один, скорее всего.
На треугольниках, так, стоп, да, локомотив, пожалуйста, вагон, пожалуйста, и на красную линию мне вот сюда вот треугольник, чтобы высаживать на треугольнике, а то они слишком далеко везут. Офигенно. Отсюда забирай, скорей. А, так, эту докидываем сюда. А, синюю докидываем сюда. Сколько я туннелей заюзал? Так, еще один, хорошо. Что за... Что пищит? На синем у нас проблема. Синий пускаем еще один в другую сторону. О! Перевести 500 пассажиров на Лагосе. Отлично. Вот, мутировала станция. Или она добавилась, или она мутировала. Блин, надо скорее, чтобы красный сюда подъехал. Синий немножечко разгрузит. Блин, дружище, скорее. А у него не хватит места. Он сколько, четверых сможет забрать? Да. Суббота, давайте скорее. Я не успею, да? Скорее всего, не успею. Они справляются, ну вот почти. На красной линии просто завал, на желтой линии завал. Не хватает и вагонов, и локомотивов. Новая линия, да, пожалуйста. Она будет идти... По всем самым популярным маршрутам. Но это забрало у меня поезд, да? Но этот с квадратиками забрал и поехал до самой последней станции. Мне надо желтый, чтобы вернулся. А желтый проезжает транзитом, потому что он не закольцован. Забери отсюда. Скорее. Фух. А, вот тут у нас коллапс на синем. Я только сейчас это заметил. Я был так занят тем, что только сейчас заметил, что здесь. 804 пассажира за 38 дней. Ладно, менюшка. Сложно. Сложно. Потому что смотришь на одно. Я достаточно в неплохом рейтинге. Хорошо. Итак, Лагос, мы сегодня это. Пойдем поиграем еще, наверное, в Лондоне. Мы уже были в Париже. Наберите 1000 очков в город, чтобы Париж, чтобы разблокировать Париж, да? То есть Лондон у нас разблокирован. У нас есть классический Лондон. Поехали в Париж теперь. А потом посмотрим еще и классик моды. Так. Делаем кольцевую. А потом посмотрим, как получится. Извиняюсь. Так,
посмотрим, в какую сторону еще пойдет. Пока что у нас такие жовто-блакитные станции. Мне нравится. Коли цвет у нас линия 3, это салатовая какая-то непонятная, желто-болотная. 4 тоннеля у нас есть. Синюю пока что просто продлим. Опять же, закольцуем ее. 2 тоннеля. Хорошо. Мне кажется, что пока линии закольцованы, в этом есть некое преимущество. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но давайте проверим эту теорию. Будем их потихонечку растягивать. С другой стороны, когда она закольцована, тебе нужно 2 туннеля, чтобы она пересекала какую-то реку, вот как, например, здесь. Если бы... Здесь пустим третий. Тоже закольцуем. Вот так вот сделаем. И будем их сейчас потихонечку или растягивать, или ставить новые ветки, или еще что-то. У нас... Есть парочка мест, где пересекаются ветки. Тут все три пересекаются. Так, локомотив, пожалуйста, и переход, да. Переход нам... Давайте посмотрим естественным образом, где у нас будет переход проходить. Вот эти четыре... Ох ты ж, ё. Четыре станции у нас, которые... Так, хорошо, значит, вот это будет здесь. Желтая будет по этой части, синяя будет по левому берегу, и болотная будет по правому берегу. Попробуем пока что так. Все туннели я израсходовал. Да, туннеля у меня больше нету. Желтую сюда отправим. У нас есть пока что три станции, по которым ходят все поезда. Посмотрим, какую из них мы сделаем потом центральную, где будет больше всего скапливаться народищу. Посмотрим, как это все будет. Нам, наверное, нельзя допускать, чтобы возникала какая-то ситуация с уникальной станцией. Но если сейчас далеко где-то справа или слева появится... какая-нибудь уникальная станция, звездочка или что-то такое, то нам будет крайне сложно подвести туда остальные линии. Будем посмотреть, как это все сделать правильно по-человечески. Смотрите, болотная уже не справляется. Она слишком перегружена. Давайте мы желтую немножечко растянем, чтобы она помогала с этой станции вывозить. Локомотив и... Вагон, пожалуйста. Вот, смотрите, прекрасный пример. На синей у нас появилась уникальная станция. Теперь всем придется свозить людей на синей станции. Хотя их тут... Ну, давай еще вот это синий сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять синих станций, с которых синий сможет забирать сюда. Треугольник. Сюда. Так, вагон. Локомотив у меня есть. Давай я тебе дам вагон, чтобы ты смог забирать всех. Может быть, тогда на синюю
накинем еще одну станцию, посмотрим. Ой, еще один локомотив. Сейчас я верзю. Нам, получается, нужна еще одна линия, если нам дадут вот тут вот поверху строить. Пока что у нас очень большой недостаток на горчичный, будем ее так называть, потому что там появляются люди, поезда там проходят редко. Пока это все заберешь, чокнешься. Десять пассажиров. Я не понимаю, почему он ее сделал транзитной. Пришлось ее переделывать, чтобы... Так, мне кажется, на синий нужно подкрепление. Давайте мы его и запустим. Горчичная просто большая, но на синий из-за того, что она растянута с левого берега, нам нужно подкрепление, как чтобы повторный поезд приезжал. Хм. Итак. Ох ты ж, ё! Горчичную растягиваем еще больше, значит, сюда нужно будет еще больше усилий ложить. Локомотив давай. Новую линию давай. И она у нас будет идти поверху. Тоннеля у меня пока что нету, к сожалению. Вот, да, в этом проблема, что они тебе дают локомотив и новую линию. Но как только ты ставишь новую линию, она у тебя автоматически сжирает локомотив. Это немножко печально. Продублируем. Вот, вот это стало уникальной. Ну, офигенно просто. Давайте розовую тоже сюда доведем. Чтобы хотя бы две станции, ну, типа две линии у нас до этой станции катались, а то будет вообще что-то жестко. Тун-тун-тун-тун. Пока вроде справляется. Четверг у нас. Тут мы желтую потянем немножечко. У нас по желтой всего один пока что ездит, но, по крайней мере, желтая у нас дублируется очень много кем, поэтому она пока что в безопасности относительной. Пассажиров там надо было перевести, да? Тысяча. Тысячу могу и не перевести, это много. Так, новый квадрат. Так, локомотив, пожалуйста, и новый вагон. Линию вот сюда продляем. Желтая пока функционирует. Короче, держим в запасе все, что только можно. Как только у нас появляются проблемы, потом начинаем действовать. Пока что пытаемся держать в запасе то, что имеем. Синий у нас проходит через раз, два, три, четыре, пять. На пяти станциях пересекается. В принципе, нормально. Горчичная идет неплохо. На ней появляется как бы хороший такой пассажиропоток, но его успевают расхлебывать. За счет поезда с вагончиком. Пока неплохо. На розовую подцепим.
И розовую нам никак не закольцевать. Вот с этим у нас будут проблемы. Ну что, розовая сверху будет в относительной изоляции. Отлично, у нас появилась уникальная станция. Давайте мы ее туда дублировать будем. Может быть, на розовую поставим тогда второй локомотив. Логично. И растянем... Нет, не ты. И растянем ее вот сюда. Попробуем. Потому что горчичная у нас так хорошо нагружена, если на розовую кинем вторую станцию, второй локомотив, типа, но он тогда нам будет немножечко вывозить. Вот это игра слов, да? Мне нужен туннель. Сейчас посмотрим, что нам в воскресенье предложат. Мне нужен туннель, тогда мы можем желтую перекинуть. Вагон. Туннель нам не дали. Офигенно, а как я это должен сделать? Я понимаю, да, но как я туда доберусь, если я не могу туннель убрать? Я знаю. Это трындец, я не дотерплю, у меня среда только мне... Блин, неужели я продую из-за того, что у меня нет тоннеля запасного? А там уже люди начали копиться. Да. Но, видимо, это будет мне урок на будущее. К сожалению, я продую из-за такой отвратительной вещи, потому что я не сохранил себе на будущее туннель. Хотя, в принципе, да, здесь вполне могли появиться пассажиры, и я это провтыкал. Если кто-то знает, как сломать... Вот, короче, когда дорога уже кольцевая, как сломать туннель, пожалуйста, пишите мне в комментах. Потому что я на панике не вижу этого. Блин, уже суббота, но я не успею. Даже если успею туда построить дорогу, я уже не успею их вывезти. Но я не успею даже дорогу построить. Мне сейчас эта станция коллапсирует, и все. Ба-бам. Игра окончена. 754 пассажира. Хорошо. Тогда, может быть, это сделаю уже за кадром или как-то. Короче, напишите мне, если я протупил где-то в этой части, если я не протупил и ничего нельзя было сделать, ну, тогда я все равно протупил, потому что не учел это. Ладно, ребятушки, думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.